Необычный способ борьбы с неряхами нашли власти Сургута. По распоряжению администрации Сургут просто перестанут убирать. Акция пройдет с 22 по 26 июля в рамках проекта «Какие мы, такой город». В эти дни работа коммунальных служб по уборке улиц и перекрестков дорог будет временно приостановлена, сообщает Уралполит.ру. Один из инициаторов акции, исполняющий обязанности главы администрации Сургута, Роман Марков, считает, что таким образом можно воспитать бережное отношение к городской среде. Возможно, это поможет привлечь внимание жителей к насущным проблемам в городе. По словам чиновника, пока решить проблему загрязнения города лишь административными методами в форме штрафов не удается.